Друзья, всім привіт! Сьогодні у нас 4 вересня. Спеціально для підписника Алекс Алекс, який не вірить, що ми тут. Може бути прямий ефір. Друзі, ну вчора вечір і ніч була ну реально прохолодною. 19 градусів, ми повдягали вітровочки, ще до цього не вдягали. Але на морі ми продовжуємо ходити, на морі водичка 24. Класно, я зараз відправляю своїх, вони вам зазнімуть, тому що я сьогодні засмагаюся, як то кажуть, поліруюся. Тому що так, скоро додому будемо їхати. Хочу стрибнути в басейн, тому що тут вода, по-моєму, плюс 18. А далі піде вимкнули. Не знаю, стрибати чи ні? Да, да, давай, давай! Подстрікателі. Ну, я не з мерзляков. Так, прыгай. Можешь сползти? Прыгай, прыгай, быстро. Не могу. Давай. Я сползу. Одна на весь бассейн. Ну все, мы тогда пошли на море. Друзья, если вы сейчас думаете, ехать или нет, в этом году гораздо холоднее, быстрее пришла осень, это правда, потому что помните, в прошлом году мы еще были здесь 10 октября, и было очень тепло, была просто потрясающая вода, погода, все вот кто тут соседи оставались, тоже вот вспоминаю, было вообще 26-27 градусов, друзья. В этом году уже ночи стали холоднее, 15, как-то 18, вот уже как 2 недели назад. Вчера была самая холодная ночь, и, соответственно, море быстрее охлаждается. Но море все равно теплое еще 24 дня. Там, чтобы оно охлаждалось, нужно... То есть падает градус ночью, падает градус и море на 0 целых... Какую там, 10? 1/10. 1/10 вообще. Сутки, поэтому это неделю через две, если будет такие холодные ночи. Если ночью потеплее, то, конечно же, море еще будет стараться теплым. Но стало, было 30 еще 3 дня назад, а сейчас вот 23 градуса, поэтому это ощущение. Понятно, это не сравнится с Украиной, в которой в Харькове почему 8, а на западной Украине 14. Поэтому, друзья, правда, говорят, что будет по-другому. В общем, мы идем на море снимать вам красоту с сентября. Плали на море, песок очень горячий, раскаленный, несмотря на то, что сегодня 4 или 5, 4 сентября. Людей, тоже люди есть. Есть люди, есть еще топчины не убирают. Идемте поближе, посмотрим, какая волна. Водичка чистейшая, волна, как для обеда. Чуть-чуть даже ниже среднего. Вчера мы ходили пешком на Себе, а сегодня Паш пойдем пешком. Ну, идеал солнечный, ой, этот вот, Святой Влас, но как минимум для нашей косы. Водичка, температура очень теплая. Ну, море шикарное, друзья. Поэтому по заказу Ольги Лепик идем. Идем вдоль берега. Сегодня еще гуляли морем и нашли остров. Вон, видите, Паша вдалеке. Вон, видите? Он просто на острове. Туда не знаю. Тут реально, я там только что туда приплыл. То есть в центре моря остров, знаете, как в этой бриллиантовой руке. Можно идти по воде. Такое кайфовое место еще есть. То есть в центре моря мы нашли остров. Паш, попрыгай! Вот такой вот кайф. Шли, где база виндсерфингов. А у нас сегодня прогулка. Ну, вообще, задумали мы пойти пешком до Святого Влаза. Так, а теперь мы на диком пляже. Вдоль забора. Тут очень кайфово, но местные нам говорят, что здесь очень много гадюк. Мы, конечно, ни одного не видели, но люди есть.
кто-то отдыхает, кто-то купается. Вода тут, конечно, чистейшая. И вот море очень похоже на Одессу. Видите, с такими маленькими белыми ракушками. Вот такое вот море в Одессе, это я вам точно скажу. Очень много ракушек здесь. Кстати, в Одессе тоже очень много гадюк. Вот там, где я раньше жил, район Фонтанки, Лиски. Я когда мы вот в детстве лазили по камням на рыбалку, ловили мидии, бычки, то очень часто встречали в море гадюк. Ну нормально, не переживали, что плывет гадюка, плывет. Подплывет ближе, даст ей по голове чем-то. Ну, в общем, все нормально. Все на планетке должны уживаться как. Ладно, не будем уходить в сторону. Очень вон шиповник. Очень такое растение похоже на Одессу. И вот камни. Камни тоже в Одессе. Вот, куча камней. А когда вот камни, то очень такое, видите, море прозрачное. И, конечно, здесь всегда много рыбы, бычков. Хорошая рыбалка. Так, а тут уже, да, это такое у них типа малина, типа ежевика, но мы не пробуем, не знаю, можем есть, не знаю, если кто-то знает, подскажите, это есть можно или нельзя. Все, дальше как бы песка нет, надо идти вот по таким камням. Мега дикое место, может в этих дырках гадюки сидят? Ух ты, сколько бычков, так аккуратно, может быть очень скользкие камни. Так и есть, камни очень скользкие. Дальше надо идти по камням. Ладно, буду прятать телефон, чтобы тут нигде не рухнуть. О, как классно здесь. Идем по камням. Здесь водичка. Какие габы. Это тоже Болгария, это тоже солнечный грех. Сколько классных мест. Тут еще сильнее, тут еще куча водорослей у нас. Куча водорослей и камни. И очень, так скажу вам, тяжело идти. Придем. Давай, Паша-ка, вперед. Вот такими какими-то путями неизвестными пробираемся к какому-то мысу. Пошли, идем на мыс. Туда на пирсик пойдем. Все, идем туда на пирсик. Так, вышли на пляж. Вон там мы шли вдоль этого забора. Видите, здесь он как выступает как волнорез. Здесь такая бухточка. А с той стороны более такое открытое море, вот эти сети стоят. Тут какой-то такой дикий пляж. Чешо. Тут не отель, сюда приезжают люди вот на машинах. И впереди у нас пирс. Пирси, передаем привет. Киев, Пашарит, передай привет бабушке, передаем привет маме, передаем привет жене, семье, которая с нами не ходит на такие прогулки. Вчера, кстати, были на Себере, пешком ходили, но не взяли телефон. Думали, что там интересно. А сегодня решили разнообразить канал и снять. В общем, идем туда вот дальше. Вы же помните, наша цель. Святой Влас. Отсюда классный вид на горы. Это уже сейчас пляжи прямо под горами. А вот кафе, в которое однозначно стоит поехать. Куча людей. Сидишь на берегу. Днем куча людей. Все едят сахар. Θα πας μόνοι μου στένα. Δώστε τώρα στήλου στον επαγγελματικό σας χώρο με την υπηρεσία Vanilla Premium. Κλικ στο www.vanillaradio.com και κάντε την εγγραφή σας. Ну что, Паша, классная кафешка, да? А напротив вон сети рыбацкие. Классный пляж, там можно бежать на машине. Туда пошли? Пляжи, где уже к солнечному власту, они такие, пляжи наши, между пирсиками, то есть к
каждые там 100-150 метров пирсик и небольшой пляж. Немного отличается от Солнечного берега. Волна побольше, я скажу. Море более открытое. Паш, как тебе здесь? Больше нравится или меньше? Тебе здесь больше нравится Солнечный берег или меньше? Ну, по-другому, просто по-другому. Сильный ветер. Только с этой стороны горы. Да, но дальше прохода нет. Завалено камнями. И мы будем идти в Святой Влас через эту вот беленькую лестницу. Очень много кафешек. Люди пьют вино, пиво. Очень много едят мидий. Вот такой, очень своеобразный отдых. Ну что, Паш, там по горам не будем. Наверх, да? Полезли. Мы идем на ту лестницу. Люди мажутся грязью, это с поморья, а мы легких путей не ищем, мы поползем по камням. Да, Паш? Проползем здесь? Что-то нереальное, но будем пытаться. Я не знаю, что там мы такое задумали, но в общем ползем по камням. Так, ну тут все пляжи под такими вот небольшими обрывчиками. И что мы тут заметили, что здесь зонтик стоит 8 лир. В Солнечном берегу он стоит 4,5, а здесь 8 лир. 4 евро зонтик. Как-то здесь цены не по-божески. Да, Паш? Паша вот идет такими мысами. Тут уже начинается. Вот, кстати, очень классный отель. Год назад мы шли, он ее только строился, он такой черный весь в стекле. Каждый пляжик под такой вот маленькой горкой. Надо наверх, чтобы идти к домику, я так понимаю, подниматься. Пологих спусков нет. То есть для тех, кто хочет похудеть, я так понимаю, Святой Влас самое то. После пляжа надо тулить пешком. Вон там такие кафешки. Вверху топченые такие диванчики, шатры. А мы все идем вдоль берега. Все снимаем. И мы там пройти вдоль моря. Уже очень там такие камни непонятные. Зато вышли сюда вот Святой Влас. Посмотрите, какие тут строят резиденции, эти домики. Ну, очень тут все шикарненько. Поэтому понятно, почему здесь топчанчики по 8 лев. Вот такие вот маленькие застройщики. Паш, ну что, кайфово здесь? Вообще. Это я вам скажу, не Болгария, это места для богатых. Да. Конечно. Идем Святым Власом. Скажу честно, очень классно здесь идут застройки. Где-то 2 года назад мы тут приезжали на машине. Вот эти многие объекты только строились. А тут посмотрите, все сейчас активная застройка, по моим ощущениям. Так очень даже цивильный. Машин тоже мало. Там для себя конечная цель, там и я. Так что идем пока туда. Нереальный какой-то отель строится. Мне кажется, система кондиционирована наверху. А сейчас оторвался там 4-5-этажный домик. Сильный ветер, вот реально сильный ветер. И все еще строится. Сюда еще вкладываются денежки. А мы идем, да, пошарить? Конечно, где районы обжиты, там очень кайфово. Где районы не обжиты, то реально идешь постройки. Как ощущение, Паш?
приготовила бомбу. Бомба немного по-другому, очень похожа на что-то другое. Так, ну что, будем спускаться к морю или пойдем? Ну, спускаемся к морю. Вот, вот это, видите, бассейн. Из бассейна так вот смотрим, там вот видно море. Вот приходит спуск к морю. Вот впереди уже видны яхты. Я как сюда вид, посмотри, какой бомбезный вид. Вот Степа, Сазопа, Черномор. В общем, идем дальше. Ну вот этот бассейн, конечно, надо, если есть возможность. Реально, вот, получается, вот в бассейне. Я понимаю, так вот сделано по уровню, что ты с бортика бассейна смотришь на море. Очень прикольно задумано. Все какие-то отели. Мы тут первый раз, поэтому не супер специалисты. Что и как? А, обелечивают под зонтиком. Еще кого-то. Блин, какая кайфовая плиточка. Как все уложено, да, посмотрите? Просто набережная. Шикарнейшая набережная. Идем, крутимся. О, пиратский. Идем поверху, посмотрите, по набережной. Пиратский пункт. Какой отсюда вид вообще на Солнечный берег? Какие кайфовые вилочки. Вот вилла номер 24, а вот море. Такие вот дома с видом на море. Как кайфово. Просто какой-то городок. Вот тут пенсионер сидит. И стульчики на цепочке. Ну, домики просто шикарные тут. Я скажу честно, Паша, ты в таком домике отдохнул бы? Вообще шикарно такой вот. Домик, дворик. Тут он что-то моет, подметает. Это, друзья, идем в набережную Святого Власа. Просто такие коммунальные квартирки мои. Это бинокль, да. Видеонаблюдение типа шо. А, там можно смотреть. Это какая-то типа сцена. Но опять нет прохода, надо подниматься вверх. Впереди уже вон эти яхты. Но мы уже потихонечку начинаем сдаваться, потому что нам еще пешком идти обратно. Ну что, Паш, передаем маме привет. Все, друзья, вот такое небольшое видео о нашем путешествии вдоль берега до Святого Власа. А мы пошли уже обратно вдоль трассы и уже обратно снимать не будем. Кому было интересно, поставьте маленький лайк. И подпишитесь на канал, будем снимать по максимуму много и ходить тоже по максимуму много. Всем пока-пока. Оставайтесь на канале Ольга Лёпик.